Два года назад правительством Российской Федерации была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Цели программы прежде всего направлены на сохранение доли населения посредством повышения уровня и качества жизни сельских жителей. Отрадно отметить, что в этом году Кашхабльский район уверенно прошел конкурс по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, в результате которого 8 проектов одержали победу. А это значит, что со следующего года в районе ожидается большие преобразования. Благодаря участию в программе комплексного развития сельских территорий удастся решить существенные социально значимые проблемы населения. В первую очередь это газификация хутора Красный Фарс. На сегодняшний день это единственный населенный пункт в районе, где отсутствует газификация. Данная программа позволит 100% обеспечить жителей голубым топливом. В связи с отсутствием условий для занятий физкультурой и спортом на базе школы хутора Казино-Кужурский планируется строительство спортивного зала. В ауле Герухай и в селе Вольне также планируется строительство современного спортивного зала. Доступность качественной первичной медико-санитарной помощи является важнейшим индикатором, по которому жители оценивают всю систему здравоохранения. В поселке Майский и в селе Вольное планируется возведение новых врачебных амбулаторий. Среди проектов, прошедших отбор, строительство сельского дома культуры на 200 мест в поселке Майский и ветеринарного участка в ауле Кашхабль. На 2023 год район также планирует принять участие в данной программе. Уже подготовлен перечень объектов, которые будут заявлены. Хочется отметить, что все мероприятия, запланированные на 2022-2023 года, затронут все сельские поселения Кашхабльского района. Следует отметить, что участие в государственной программе подразумевает привлечение внебюджетных средств. В этом вопросе руководство района возлагает надежды на поддержку депутатского корпуса, предпринимательского сообщества и, конечно же, на помощь неравнодушных граждан. Программа комплексного развития сельских территорий направлена на возрождение и развитие села. Благодаря этой программе во всей республике строятся социальные объекты, ремонтируются дороги, производится благоустройство. Как депутат, я рад за наш район, что мы смогли выиграть конкурс на отбор. Как аграрий, я с удовольствием приму участие в этом поистине историческом обновлении нашего района. Со своей стороны хочу всех предпринимателей тоже попросить, чтобы приняли в этом участие, обновится район и будет много социальных объектов построено. Поэтому просьба принять всех участие. Я тоже гарантирую, что приму участие и покажу личным примером. Программа комплексного развития сельских территорий – это способ всех предпринимателей района внести свой посильный вклад в развитие района. Я думаю, все предприниматели с пониманием отнесутся к требованиям данной программы и внесут свой посильный вклад в реализацию этой программы. Позитивные перемены последних лет не могут не радовать. Причем видны они и в спорте, строительстве ФОКа, спортивные комплексы борьбы, спортивных площадок и стадионов, и у культуры, новые дома культуры, модельные библиотеки, благоустройство, появление парков и аллей, медицинское строительство ФАПов и амбулаторий, образование, обновление школ и садиков. В следующем году мы совершим еще один большой скачок по программе КРСТ. Планируется масштабное строительство по всему району. Давайте объединим наши усилия и сделаем Кашхабльский район лучше.